Привет, друг. Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все я придерживаюсь своего пути, пути воина без страха и мусора в голове. Рассказ второй, первый я записал как видеооткровение. Смотри на моем канале Максим Вехов. В плейлисте мои мемуары. Называется ролик «Жертва манипулятора белки». Итак, поехали. Пикап от друга. Действующие лица. Я и Саня. Предисловие. Тут есть противостояние демонической психики Сани. Только он может владеть определенными знаниями и никто более, но в этом его слабость. Эгоизм в меру – мой девиз. Приступаем. Как-то я знакомился с девушками на сайтах знакомств и через газету Симона. Могу сказать, что много было практического опыта. Даже были предложения участвовать в сексуальных оргиях. Я написал такие объявления на нескольких сайтах знакомств. На одном я написал такое объявление. Хочу будильник, который утром целует и приносит кофе в постель. На другом я написал такое объявление. Интересный в меру упитанный мужчина для встреч ищет подругу, не склонную к полноте. Все подробности при личном контакте, естественно. Еще на одном я написал такое объявление. Интересный, в меру упитанный, ухоженный мужчина для постоянных встреч ищет ухоженную подругу, не склонную к полноте. Все подробности при личном контакте, естественно. Я. Бля, бабу охота, хочу постоянно ебаться, надо себе сексуальную рабыню завести. Ха-ха-ха-ха. Саня. Двать. Я весной больше. Осенью у меня полный ступор с этим. Лето и весна самый раз. А зимой и осенью как-то профиг. Я. Вот скажи, когда у тебя была последний раз секс-связь с бабой? Саня. Дома сидишь и ни на кого даже глядеть, поэтому, наверное, эй, в сентябре, по-моему. Или в августе. Если в августе, то в конце. Я как-то с датами не дружу. Я. На сайте знакомств? Саня. Ага. Только я с ней познакомился 2 года назад. Но это с ней уже не в первый. Так изредка встретимся, удалим жажду и опять по домам. Я. Надо и мне снова, я там поменял анкетные данные, тебе и надо фотку вставить. Саня. Есть там фишка одна. Я. Какая? Саня. Поставь плагин Easy Auto Fresh. Он постоянно обновляет в браузере страницу. И на сайте постоянно весили обновили страницу. Там рейтинг поднимается и все время ты в сети. Я. Так у меня опера. Саня. Бабы, когда ищут, они смотрят, ты в сети или нет. Если нет, то они тебя не найдут. То есть, чем больше ты в сети, тем больше шансов. В опере тоже есть настройка перезагрузки страницы. Поищи. Главное, чтоб ты больше был в сети. Тогда рейтинг повышается, и тебя они сами быстрее найдут. Я. Классно. Саня. Я так по 2 цыпочки в день ловил. Как увидел, что кто-то рассматривал страницу твою. Сразу пиши привет и базарь с ней. Если не ведется, нафиг, иди дальше. А если ведется, то действуй. Я. Так у меня то же самое, смотрит, я смотрю кто. Саня. В общем, такая где-то петрушка. Я. Но в основном гламурные. Саня. Я даже сортировал некоторых на конченных и нормальных. Я. Цены себе не сложат, глядя на их фото. Саня. Сразу, конечно, не соглашайся встречаться. Да, ну правильно. Я. Или я ошибаюсь? Саня. Никто же не прицепит говняную фотку. Я. А. Саня. Забери на цену. Гриной не ложись под нее. Поламайся как целочка. Я. Я уже написал даже, что ищу спонсора. Саня. Что не знаешь, когда время на нее найдешь для встречи. Подпись недели. Я. А. Саня. Не, ну если ты так напишешь, то вряд ли что-то зарыночишь. Разве что старую толстую корову. Я. Ды. Саня. Пиши всем и красивым нет. Похер. Иногда красивые еще больше страдают, что нет мужика, чем некрасивые. Сами же красивые рассказывали. Я. Да, переписывался недавно, но, конечно, внешне не очень. Вот и говорю, нужна именно голодная. Саня. Похер, главное удовлетворить свои похоти. Тебе же не детей с ней растить. Я. Ну да. Саня. Ну и все. Вперед. Я. Там, где я работаю, есть 25-летний и одинокий, и вот надо подумать, как ее раскрутить на это дело. Для начала надо иметь в кармане хотя бы гривен 50. Саня.
Но если этого, конечно, еще хватит. Я. Правильно? Сани. Разве что на мороженое, да и после. Гы-гы. Я. Тогда 100. Сани. Ну тогда 4 мороженых. Вместо 2. У меня погуляк с бабой обычно гривен 200-300 уходило. Я. Так это прям как у проституток. Сани. Ну так пиццы пожрать. Я. Мне писали весной и приглашали к себе за 300 гривен. Сани. На такси домой туда и обратно. Ну и так можешь винца с чем-нибудь. Так что на 50 это, наверное, и не про меня. Ладно, Максим, поработаю. Я. У меня бывало. Да, давай я спать сегодня набегался. Саня. Ну у меня и каждый день бесплатно бывало. Толку с этого. Я. Это естественно. Сам такой. Еще и кормили, и поили, чтоб только ублажал. Хороший совет насчет баб, только у наших менталитет, как ты думаешь, такой же, как в США? Конец рассказа. Примечание. Что тебе, дружище, понадобится для того, чтобы быть веселым и находчивым, девушки любят ушами. Заходишь в свой браузер и набираешь такие фразы. Игры для взрослых, сценарий праздников. Игры и розыгрыши для праздника, тосты, анекдоты, фокусы и другие. Шуток. Нет, портал юмора. Коллекции анекдотов по темам, смешные картинки, цитаты Рунета, шутки КВН, тосты, прикольные СМСки и так далее. Коллекции анекдотов. Анекдоты, картинки, приколы и другое. Анекдоты из России, Украины и другие страны ищи под свой колорит. Анекдоты, истории, афоризмы, стихи, карикатуры и другой юмор. Мобильный рай. Загрузки, игры, видео, музыка, картинки, эротика и так далее. И немного полезной информации по безопасности и несколько ЛФХКВ. Проверка САГА на безопасности и положительные отзывы. Сайты для знакомств. Карта САГА по городам для поиска спутницы для меня. Для того, чтобы узнать свежие отзывы, надо ввести предложение отзывов в поисковик и нажать Enter. Электронная почта для связи с поддержкой Укрвит. Сервис по определению места расположения IP. Любовный гороскоп на каждый день. Скрытые камеры онлайн. СУПРЛФХК. 6 способов соблазнить женщин. Тест, грозит ли вам одиночество? До новых встреч, друг! Подписывайся на мой канал, и ты будешь первым, кто узнает новые секреты и непридуманные интересные истории из моей жизни. Я как-то думал книгу написать. Но это долго. Вот появилась такая супер идея. 2013 год. Корпорация Booksmax.